We're off again, some very beautiful buildings again. Lovely golden cupolas on that one. Это Ереванская, да? Ереванская называется. Это что? Это вентиляция для метро? Ну тут это энергии, наверное, потоки. Вентиляция на той стороне. Ага. Ага. Тут? А, вот она. Ну, вот это тоже все. Это какое? Это православное, вот это середине? Нет, 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 вот это все католическое. Это все католическое, да? Все католическое. А. Ну, я думал, что это имеет более католический выгляд. Даже этот современный, да? Ну да, не так давно построены. Vanessa. будет. Ага. Сейчас не видно, а ночью, если по тому мосту ехать, то видно, что там снизу. Ага. Электрички фарами светит. Да, они не ездят на этом. Все стоит. На полдевятого сейчас будет такая катавасия. Полдевятого сейчас возможно. Ну, здесь, по-моему, очень уже очень поздно, потому что уже в Москве достаточно поздно. Или нет, нет, здесь не так поздно, как в Москве. Позже было бы около границы с Белоруссией. Здесь, может, не так поздно темнеет, да? Потому нет, что сейчас не поздно, сейчас уж после полдевятого где-то. Да, ну 9 в Москве практически. В 9, ну в 9 еще светло. Вот цирк нижегородский. 23 года на ремонте был закрытый. Да, цирк. Они что, животные имели или что-то, да? Нет, ждали, когда путевый губернатор придет. Маринс. Это что, гостиница также, да? Да, раньше была центральная, сейчас Маринс, парк группы. Я думаю, мы дальше будем ехать по мосту-то. Как-то удачно проскочили. У нас сколько километров до вокзала? Это единственный вокзал, да? Там... Один, да. Вон буквы, вот это да, есть вокзал. Ж... Ну. Значит, от офиса до вокзала примерно где-то километров 7. Так что у нас теперь вот 2 километра до вокзала или 1? Даже меньше. Да, даже меньше. Это хорошо. Значит, если есть проблема с пробкой, можно даже ходить. А да, мы там были, да. Мы там были, мы там парковали около этого, да. Да, вот помню. Да, 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 да. Самые были на начале. Окей, тогда выключим. The next stop is Vladimir. So this is obviously one of the stations all the way back. This isn't a Sapsan actually. What it is a... Oh look, there's Lenny Henry. Maybe it's not. Maybe it's somebody else. This is Kovrov. It's... People getting on and off the train as it stops here. People nip off the train and have a quick fag and then they get back on again. Smelling of smoke and making the whole place a little bit coffee until they... So that's what that one looks like.